Здравствуйте, Андрей Андреевич. У нас в Покровске, Донецкой области, сейчас нет газа. В связи с чем сказали, что отопления зимой не будет. Есть надежда, что к зиме все наладится и мы не замерзнем. Нет такой надежды. По возможности оставляйте место вашего проживания и переезжайте в другое место. Не будет у вас тепла, старайтесь как можно быстрее либо придумать буржуйки какие-то, либо выезжать.